Dobrý večer. 9. roku nám o kozákoch buď alebo nehovorila, alebo hovorila veľmi skreslenie, tak aby ste boli v obraze, čo vás dneska čaká. A odkiaľ vzniklo slovo kozák, hovorí sa o dvoch prameňoch. Jeden prameň hovorí, že je to z turkického slova, pretože kozáci bývali pod Kaukazom a medzi Tureckom a Kaukazom. Z turkického slova kazak, čo znamená slobodný človek, alebo ochranca hranice. Bola spoločnosť rozdelená na tri vrstvy. Boli to vládcovia, ktorí majú dneska tú čest byť opäť vládcami, alebo aj nie. Potom to boli ochrancovia a my robotníci. Pozdĺž rieky Don, kde žili svojim polnohospodárskym, normálnym, dedinským, sedliackým životom. Ale v 16. storočí cárske Rusko bolo silno žil tam veľa nevoľníkov, v podstate bolo tam otroctvo. Takže relatívne nemala na to územie južného Ruska vplyv. A preto ľudia, ktorí boli utláčaní v tom centrálnom, strednom Rusku, utekali dole na juh pred nevoľníctvom a tam sa snažili žiť. А вам сегодня достался один из самых лучших концертов. Потому что всегда, когда ты приезжаешь в тур, и ты играешь первый концерт, ты переживаешь, как он пройдет. Потом ты играешь второй, и ты играешь потом много концертов. Но всегда будет самый лучший первый и самый лучший последний. Сегодня наш последний концерт в Словакии. И вам достался самый хороший концерт, когда казаки уже ни о чем не думают, а только поют песни! Что ж ты за вето от друга привета? Ты спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Болит, не могу же я до вечера дожить. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, не могу же я до вечера дожить. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, не могу же я до вечера дожить. Не могу же я до вечера дожить, ко мне новый казачок прибежит. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, ко мне новый казачок прибежит. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, ко мне новый казачок прибежит. Ой, под гребеночку расчесана коса. Ой, ли, ой, ли, ли, ой, ой, ли, 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 под гребеночку расчесана коса. Ой, ли, ой, ли, ли, ой, ой, ли, 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 под гребеночку расчесана коса. Эх!
немножко болит, не могу же я до вечера дожить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не могу же я до вечера дожить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не могу же я до вечера дожить. Oh,
шишкой. Крышечка с шишечкой, шишечка с дырочкой. Oh!